Дыры в стене, покосившиеся оконные рамы, грибы на трубах и полное ощущение безнадежности. Многодетная семья вынуждена была жить в подобном аду до ноября прошлого года. Если думаете, что зимой им помогли городские власти, вы глубоко ошибаетесь. Семье пришлось снимать жилье, да еще параллельно платить за коммунальные услуги в этой нежилой квартире. А это, на секундочку, 6,5-7 тысяч рублей в месяц. Здесь будет проживать невыносимо из-за того, что зимой здесь очень холодно. А в данный момент здесь, когда идут дожди, все льет с потолка. И стена, видите, какая вся гнилая. Ужасно. Уже обращались неоднократно в управляющую компанию и к нашему главе администрации. Нам все обещают. Этот дом еще до революционной постройки. Первоначально здесь жил видный касимовский купец. После 17-го года по этому адресу значилась автошкола. В 50-е здание сгорело, и его вновь отстраивали студенты, переделав в общежитие. В 21 веке жить здесь стало сложно, и в далеком уже 2002 году граждане инициировали экспертизу состояния дома. Износ несущих конструкций составил 50%. Но уже в 2010 году жители обратились в администрацию с просьбой создать комиссию и признать дом аварийным. Копии документов у жильцов имеются, и датированы они 16 декабря 2010 года. Вот отметка об этом администрации. Спустя каких-то 13 месяцев жителям пришел ответ, что в первом квартале 2012 года пройдут работы по признанию их дома аварийным. Но только здесь указана дата обращения 16 декабря 2011 года. В первоисточнике мы видим 2010 год. Странно, не находите? 18 мая 2012 года межведомственная комиссия признала дом аварийным и непригодным для жилья. Минуло 5 лет и пару месяцев, а дом и ныне там. 14 семей ежедневно подвергают свою жизнь риску. Кто имел финансовую возможность съехать на съемное жилье, уже ей воспользовались. Кто не смог, попали в бюрократическую ловушку. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в Касимове на первый взгляд ведется хорошо. На Сиверке появились сотни новых жильцов, получившие заветные квадратные метры в новых домах этого микрорайона. Но радость оказалась преждевременной. Как говорят жители аварийного дома, многие знакомые, переехавшие туда из домов, попавших в программу, расстроены новосельем. Вместо индивидуального отопления их посадили на иглу муниципального. Многих выселяли по решению суда. Нам Елена Константиновна, мне вот лично Филиппов говорила, а почему на Сиверку? Я задавал ей такой вопрос. У нас, говорит, строятся и не только на Сиверке. Вот. Мы бы, конечно, мы живем в центре, мы хотели бы здесь вот поблизости где-то тоже, чтобы нас переселили. Почему всех на Сиверку? Телекомпания «Касимов ТВ» постарается оперативно информировать население о всех нюансах работы новой программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.